Не хосты. Ну, попробуем, да? Ну давай, че мы, кто там защитники? Ай, нахуй ничего менять не буду. Паша, чё Андрюха говорил, попозже? Блин, может сишку взять? Да, возьму сишку, была не была. Блин, я вот раньше постоянно вот тоже с этим бегал, с маленьким, с ЗС-кой. Она мне очень Не, нравилась. мне до сих пор нравится, блин. Я хуй знает. Да, и с Волковым этим бегал, который Не, автомат Волков я тоже. вообще не переношу, меня прям от него трясет. Я как-то вот с этим маленьким ЦЗшкой поиграл, блин, наверное, с неделю я как-то к нему привык, блин. И двоих убивал с одного рожка. Нихуя ему хватает нормально, блин. Чё, выйдем, выходите в коридор, наверное, вот за Сами буком, который, а я здесь поставлю сишку им сейчас, чтобы сами когда они зайдут. выходите нахуй. Не, сидеть-то не будем внутри. Давай, давай. Противник смог добыть координаты точек доступа и уже движется к ним. Паша, аккуратно, Паша, аккуратно. Давай тогда держим с тобой, ага. Все, я с тобой здесь. Не, Мазай, не ходи один. Я, блядь, почти двоих положил. Сука, красного оставил одного. Уходи, уходи, уходи. Поднимут, поднимут, поднимут. Ты здесь, Паш? Все, все. Противник убит, осталось двое. Ага. Один слева там был. Мазай, не ходи. Да что, блядь, за приказы, ебаный в рот, не дают убить, блядь. Ну ты один, мы тебя не успеем поднять. Да и хуй с ним. А, вон высунулся. Главное, чтобы вы успели, блядь, и убить, ёпта. Давай, Паш, если что, я тебя подниму. Ага. Паша, справа! Вставай, вставай! Мазай, добивай! Молодец, 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 все. Все, все, отлично. Вот ЗС-ка, видишь, двоих сразу. Да. А ты так посмотрел на него, я в тебя пуляю, я не понял. А, он тебя сразу сзади, да, завалил тоже? Потому что я ж тебя поднял. А чё там, кто-то с дробовиком был или чё, я так и не понял, но... Сайга, что ли? Чё-то такое, бля.
Ну, потому что больно скорострельно было, блядь. Бум-бум, блядь. Хорошо так ебашило, блядь. А это вот видишь, из-за того, что типа, ладно, пойду. Вот так, не-не, так всегда. Стояли бы на месте, они бы высовывались, что бы он там с дробашом сделал. О, у меня синий экран. Похож на обман, блядь. Если, мне кажется, если бы я раньше пошел вот туда, куда вы мне сказали не ходить, блядь, может быть, они бы еще на меня отвлеклись, блядь, а вы бы сзади зашли, да? А чё, пати, распалась или чё? Не, ну, у меня синий экран был сейчас. Я вот остался с кем-то в пати. Не, я тебя сейчас пригло сброшу и тебя заберет. Ну, по приглосу переходи. Давай, ну, кидай. Блять, какие-то синие экраны, ошибки стали, блять, как в компьютере, нахуй, совсем уже, блять. Слушай, я раньше думал всегда, знаешь, вот смотришь там на людей, кто в компьютер играет, ошибки всякие, знаешь, там перезагружают. Ну это нахуй и надо, сам, да? И сам в Соньку играл, и такой, никогда ничего, просто играешь, не надо никакую графику выставлять, все там, все само уже выставляется, все, да? Не, ну на и самом тут, деле когда удобно начал сделать. Firewall играть, все, вот эти синие экраны, разрывы. Не, ну на самом деле все равно это вот, блядь, я и на компьютере играю тоже, блядь, без мышки не могу в стрелялке играть, которая вот не вэровская, знаешь. Ну да. Блядь, как на геймпаде попасть в голову с винтовки, блядь, человеку, который хуй знает в какой дали, блядь, чё это невозможно, ну. Приходится включать мышь, блядь, клавиатуру специальную, Хотя блядь. и игры-то красивые, да, вот эти Да, да, призывы да, да, да. всякие там. А чего, у тебя Crosshair нет? Нет. Ну ты говоришь специальную, у тебя есть что ли? А, ну да, у меня клавиатура есть, а мышка-то обычная. Я как бы втыкаю клавиатуру, а в клавиатуре есть специальная USB-шка, в нее втыкаю любую мышку. И как бы играешь, но все равно, знаешь, есть такой нюанс, когда мышкой ведешь быстро, она может прыгнуть Но это не немножко. во всех играх, не во всех. Может быть, не во всех, но я играл вот в Call of Duty, и вот там такая хуйня была. Мне кажется, это все-таки из-за того, что заточено все под геймпад, мне кажется, из-за этого мышка может прыгать. Ну Ну, вот я знаю, там танки, немного они так. работают тоже с этим, с мышкой и с клавой. Просто я хотел одно время купить вот этот Crosshair, который специально для Соньки, мышка и клава. Юра, не ешь с пола. Не, у... А у тебя нам вот как раз может тоже некорректно работать. А вот Crosshair этот я не знаю, не подключал ни разу. У меня его и нету. У меня специально клава просто. Но он и не дешевый. Да, так я Там знаю, я тоже на вот эту клавиатуру за 7 штук брал. ну. Сама клава вот эта 7 кассов стоит. Хуй знает, встроена там эта хрень, не встроена, не знаю. Ну, это еще по-божески. Ну да. Есть для компа, блядь, за 7 кассов, нахуй. Чё там вроде бы, блядь, кнопки ебаные, блядь. На хули люди делают деньги, блядь, на всем нахуй. Ну, а у меня сейчас такая же. У меня сейчас такая же на компе стоит. Цвета поменял, какие тебе надо. На мыши тоже поменял, какие тебе надо. У меня даже на мышке, короче, прикинь. Я не помню, за сколько мышь брал. Короче, внизу такая крышка есть. Раскручиваешь, и там еще груза. Представь, можно... Грузов 8 штучек. Можно, короче, убрать, допустим, 3, она будет полегче, или вставить, там она будет потяжелее. Прикинь, какая система, я вообще офигел. Ну, правда, на ней еще этот. Сбоку 10 кнопок таких, знаешь. 1, 2, 3, 4, до ноля.
Так, что нам они поломали хост, нет? Ну давай, минутку перезаходим. А чё, есть такая проблема, да? То, что никто не заходит потом. Ну да. Бля, вечно что-то с этим фаерволом не то, нахуй. Лобби нормальное для людей сделать нихуя не могут, блядь. Постоянно вылетает, блядь. Чем занимаются разрабы там непонятно. Да, конечно. Сидите, так, радуйтесь, ладно, нахуй. Блин, фисташка попала между это, ну это носоглотка или как она? Ну да. Между ртом и этим носом. Да, да, да. Дерет теперь. Защита. Ну чё, надо. Беру тогда сишку, беру. Заебись, когда эта фисташка еще, блядь, хочешь ее достать, блядь, в себя хуяк я на тебе вдыхать на горло. Ёпта, ебашит, блядь. Вот это заеб. Так, у нас защита, да? Угу. Ладно. ЦЗшку возьму опять. Водка в нос. Фу, я аж представил. С большого ты стакана пошпил. С пивного, наверное, блядь. Короче, вдохнул как надо, да? Да чё? Голову, ёпта, отпустил туда и нормально нахуй. А не, он такой, несите, мужики, еще ведро, сейчас разбавлять будем, ёпт. А у тебя сколько мелкому, Паш? Вы не собираетесь отправлять, нет? Ну, в лагерь. Я знаю, что это. Так, я пошел ставить сишку. Ага. Сегодня задача простая. Любой ценой. Я успею, я смогу, я успею, я смогу. Проще простого, давай, 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 давай. Блин, не там побежал. Ну ладно, пофиг. Они уже, наверное, поднимутся, да? Раскрыл координаты точек доступа и перешел в наступление. Защита сломана. Противник получил координаты ноутбука и выдвинулся. Паша, где? Паша. Ага, понял. С моста оттуда, да? Под мостом.
Еще трое. Справа! Да блин, развернись! Ну, давай, меня подними, спасибо. Противник убит, остался один. Один, один. Паш, инфу. Да косарь. А, подожди, может он афкашит? А, или один забегал. Фу, на последнем патроне. Не-не-не, ходил здесь. Ну, он на улице стоял и, видимо, увидел, что я пробежал по мосту и зашел внутрь. Бля, я, короче, кричу сзади, а микрофон-то выключен, ёпта. Ладно, успел завалить его, бля. А, это ты меня поднял, да? Да-да-да. Да, блин, вообще, он так зашел, я думал, все, нам край. Блин, они ж по-любому будут бук ставить, да? Попробую-ка я эту взять, посмотреть хоть как это выглядит. Отслеживание, да-да-да. Так, что взять? Решето, наверное, взять. Да. Может, этот закрылись, не? Хотя они же не закрываются прям полностью. Ну да. Прикинь, кто-нибудь вот так в группе будет сидеть с этой свадьбы. Такой, чего? Кто там? Как он написал, типа, была свадьба, это пиздецы, да? Типа того. О, мы, короче, их сейчас, они вот здесь, в контейнере будут. Ну, по прямой в пятой комнате у них бук. Я отсюда вижу, что сразу. Да шучу, я ничего не вижу. Просто обычно, когда здесь, они сразу выходят. Поэтому я сейчас сразу брошу, на всякий случай. Я ошибся. Прошу, загрузила вам координаты точек доступа. Я ошибся. Система защиты расшифрована. Координаты ноутбука известны. Так она только, я так понимаю, когда ты будешь около бука прямо. Ну, я так думаю, что да. Ой, зачем я сюда датчик поставил? Ну ладно, в спину. Ну... Сейчас посмотрим, чтобы нам... Я на датчике, значит, они внизу. Что за способность сидят у нее? Она должна буки видеть. Я опять на датчике. Так что надо снимать отсюда будет их. А где броса прокидывать, Паш? Вон он! Да, блин. Вперед из песни. Да мы что-то... Ты пока говорил, нам граната прилетела. Да, нас двоих с гранатой. Ну, что-то мы просто это...
Ну, значит, у него второй перк стоит. Ну, у него просто два негра в одном. Не, ну сейчас еще хост не наш, поэтому мы же не бежали, ничего даже не посмотрели, как что. Сейчас посмотрим. Так, что у нас там? Новости. Так, короче, мне не понравилось с этой бабой играть. Ну. Так, смотри, защита, защита. Посидим. Что, стоп ангин? А, стоп, блин. Этот у нас Сайгой. Сейчас где-нибудь засядет. Новость. Сейчас и посмотрим, для чего она создана, блядь. Нам бы появиться в серверной, было бы прикольно. Мне там нравится. Хрен там. Так, ну что, надо посмотреть, откуда пойдут. Пойдут они... Блин. Так, а у нас здесь что? А, здесь это проходная, да, вот эта длинная. Блин, уже они где-то пойдут. Я там немного заминировал. Координаты ноутбука раскрыты. Его блин, ну я тогда буду здесь. Не, я думаю, Мазай, тебе лучше вот там встать. Здесь ты их сразу это. Левее, вот там. Погоди. Давай, 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 прикрываю. Давай, пошел я туда. Я поставил давай. Там датчик. Ага. В левый угол. И вот на... Да-да-да-да-да, вот так. Понял, понял. Блин, мне дверь не закрыть. И ёптой. Отлично, красавчик. Ну вот и все. Все, его положили. Пойдут из этой двери. Паша, аккуратно. Блять, на гранату прикинь, наступил. Прикинь, опять нас троих гранатой. А как так? Я же с этим, с перком негра. И я не красный был. А я тоже не красный был. Я вижу противника в районе координат ноутбука. Я думаю, надо выходить. И вы называете себя профи? Контракт отозван. Угу. Не, ну мы-то сейчас явно, я вообще последний вышел и рядом с вами встал, и с одной гранаты умереть. Погоди, а ударная она вообще должна просто ведь ложить на колено? Ну если негру, то вообще ничего. Ну, покраснеешь там. Но... Ну вот, ладно. Да-да. Надо хоститься, действительно. Mm.
Ладно, если б две прилетело, знаешь, вот как там Джон, допустим, бросает сразу две. Инициализация. Вы тоже в инициализации? Блин, ну мы не хосты. Сразу выйдем? Если успею. Давай, давай, успею, успею. Ага. Ну если в следующий раз сюда, то уже тогда не получится. Не, когда игра начинается с инициализации. Угу. 10 секунд подождем. Слушай, не видел.